Чем отличаются три велосипеда перед нами? Вот у нас стоит GT. Это же Ашан. Ашан стоит 47 тысяч со скидкой, да. 47 тысяч со скидкой стоит велосипед, он называется Ашан. Почему он называется Ашан? Что у нас сзади? Трещотка на 7 скоростей. Понимаете? Соответственно, ось сломается рано или поздно. У нас здесь переключатели Турней. Самые простые, с короткой вот этой втулочкой, которые очень плохо работают. У нас самая дешевая вилочка Сентур, вот с такими ногами. Велик к нам приехал на сборку из магазина, то есть вот у него пробег, я не знаю, там 20-30 километров, грубо говоря, и это ничего не работает. Тормоза все в масле. Во втулках нету смазки. То есть, да, все наоборот. На роторах масло есть, во втулках смазки нету. Все хрустит, все люфтит, тормоза не работают. Собственно говоря, поэтому клиент и приехал. 47 тысяч стоит вот этот Ашан. Дальше, вот у нас Стингер. Детский, подростковый. Такие же у нас здесь проблемы. Втулки в смазках нету. Вилка то же самое, стальная, точно такой же диаметр. Абсолютно, да, что взрослый велосипед, что детский велосипед. Сзади то же самое, у нас трещотка на 7 скоростей. Тоже ось рано или поздно сломается, все. Ну, здесь переключатель у нас микрошифт. Стоит такой велик, наверное, 1015-20 примерно. И вот у нас стоит Rush Hour. Это у нас Сазона, да, Rich Family продавец. Вот абсолютно тот же самый Ашан, только за 15 тысяч. То есть разница между GT и Rush Hour вообще никакой нету абсолютно. Та же самая трещотка на 7 скоростей. То же самое Шимано, самое простое, непонятное. Ну, здесь ладно, здесь у нас вилка жесткая, да, и рама стальная. Там у нас рама алюминиевая и вилка типа пружинная. Но она вообще не пружинит и закиснет она, соответственно, там, ну, через какое-то время. Если ее не протирать, не смазывать, вилки этой жить, ну, там, ну, 2 года край, понимаете? Но вы переплатили вместо 15 тысяч, да, заплатили 47. То есть вот три велосипеда от совершенно разных производителей, GT, Stinger и Rush Hour абсолютно одинаковые. Вообще разницы никакой нету, кроме вот вилки, то, что там она жесткая. Ну, был бы он на пружинной вилке, он бы стоил бы не 15, а 17 тысяч, например, там, или 18. То есть как бы переплатили просто за то, что она будет в 2 раза тяжелее, и все. И то, что рама будет тут. Ну, кстати, надо взвесить, сколько вот он весит. Ну, вот весит он 15 килограмм, ну, 16. Вот у нас детский. Ну да, это килограмм, наверное, 12-13. И GT, ну, те же самые 15 он весит или 16. То есть, что он на пружинной вилке, ну, алюминиевый, что он стальной, но на жесткой вилке вес примерно одинаковый. То есть, разницы между велосипедами вообще никакой нету. Все велосипеды абсолютно одинаковые, просто у каких-то переключателей получше, у каких-то похуже. Но вот когда вы выбираете велосипед, вы смотрите, если у вас сзади 7 скоростей, и сзади у вас трещотка, значит, это Ашан. Вне зависимости от того, как бы он назывался, GT, Стелс или Стингер, это будет все равно велосипед, который рано или поздно сломается, и ни к чему хорошему не приведет эксплуатация такого велосипеда. Удовольствия вы получите мало, а тем меньше удовольствия вы получаете от катания, тем у нас меньше работы, потому что вы катаетесь мало и мало, велосипеды свои ломаете. Так что покупайте хорошие велики, катайтесь много, чаще их ломайте и приезжайте к нам чиниться.